Глава Самары Елена Лапушкина побывала на Смышляевском мосту, который начали ремонтировать 8 апреля. Специалисты уже срезали верхний слой разбитого асфальта на полосе по направлению из города. Сейчас они занимаются ремонтом деформационных швов. Их будут заливать высокопрочной мастикой. Путепровод, общая площадь которого составляет 6300 квадратных метров, будут ремонтировать по особой технологии. Подрядчик дает гарантию на 5 лет. Я говорил вначале, либо летим асфальтом, либо мастикой. Мы полностью зальем мастикой, она встанет и будет лучше. Она прочнее будет держать, чем литой асфальт. Вот примерно такая технология. Представители городских властей подчеркивают, с задачей нужно справиться в срок, до конца апреля. До 9 мая мы все здесь заходим. До 30-го задача стоит. Я думаю, все понимают, что здесь будет жесткий, бешеный контроль. Водители, которые постоянно ездят по Смышляевскому мосту, с нетерпением ждут окончания ремонта. Жду не дождусь, когда закончится ремонт Смышляевского моста, потому что он был постоянно убитый. Сейчас вот начали его делать. Дай бог, чтобы сделали побыстрее. Помимо проезжей части, на путепроводе приведут в порядок бордюры и покрасят перила. Для удобства пешеходов здесь должны отремонтировать тротуары. Анатолий Головко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.